21 апреля в Чувашии начинается сезон весенней охоты. Граждан просят соблюдать правила и обратить внимание на нюансы использования оружия в период проведения чемпионата мира по футболу. Охотиться на уток, гусей, селезней и другую пернатую дичь можно будет с 21 по 30 апреля. При этом запрещено использовать плавсредства, самоловы, капканы и устройства, которые имитируют звуки птиц. И также запрещена у нас охота в весенний сезон это на рябчиков, лысуху, камышницу, на самок уток и тетеревов. Все эти ограничения установлены для сохранения и воспроизводства нашей пернатой дичи. С полным перечнем правил весенней охоты можно ознакомиться на сайте дирекции по охране природного мира. За тем, как охотники их соблюдают, будут следить специалисты Минприроды Республики, МВД и отдел Росгвардии. Это будут выездные проверки, они будут внеплановые. В прошлом году результаты у нас практически, довольно-таки существенные были. Нарушения они допускаются как в части оборота оружия, так и в части незаконной охоты. Будем совместными усилиями работать. Практически все территории республики будут охвачены рядовым мероприятием. Кроме того, с 25 мая по 25 июля в связи с проведением чемпионата мира по футболу в 11 регионах страны будут действовать ограничения по обороту оружия. Это Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Мордовия, Волгоградская, Ростовская, Свердловская, Самарская, Калининградская, Нижегородская области и Краснодарский край. В случае нарушения запретов оружие будут изымать до окончания чемпионата. Ольга Пырычкина, Татьяна Раевская, Борис Андреев. Республика.